Всем привет, поговорим о пиве. Сегодня у меня на обзоре английское пиво Cumberland от пивоварни Giant. Крепость этого пива 4, объем бутылочки 0,5. Названо это пиво в честь одного из исторических графств в Англии под названием Cumberland. На этикетке изображен природный заповедник под названием Озерный край, который находится на территории графства. Давайте не будем затягивать историю, потому что все знают, что мы здесь собрались только ради вкуса этого пива, а не этикетки, его истории и все остальное. Давайте пробовать его. Пена образовалась не слишком много, но она довольно-таки плотная, такого кремового содержания. Довольно плотная. Посмотрим, насколько она стойкая. Цвет пива, я бы сказал, оранжевый. Вроде бы как немного мутноватый. Или это бокал запотел, или пиво немного мутноватое. Мне кажется, это пиво немножко мутноватое. Давайте понюхаем его. Аромат немножко такой, я бы сказал, подгорелый. Немножко жженый, немножко сладковат. И такой цветочно-фруктовый, ближе к фруктовому, аромату, такой слабый, но есть. Пробуем. Вкус очень сильно похож на аромат. Мне это нравится. Ощущается карбонизация. Кстати, о карбонизации. Карбонизация очень-очень слабая. Не ниже среднего, а очень слабая, с мелкими пузырьками. Такая. Не знаю, натуральное, что ли. Во время глотка ты как бы вдыхаешь аромат и потом пригубляешь пиво. И этот аромат очень сильно похож на вкус пива. Чувствуется также фруктовый вкус и немножко такой жженый аромат и во вкусе, и в аромате. После вкуса такое немножко горьковатое, но приятное. Сказать, что пиво прям очень вкусное, нет, оно не очень вкусное. Оно вроде бы как приятное, но не настолько, что прям вам прям желать, хотеть. Он немного водянистый, и мне это немножко не нравится. Чувствуется хмельное после вкуса, немножко горьковатое. Оно приятное, но не настолько, не знаю, не сильно. Короче, я не в восторге от этого пива. Пена пропала. Закусывать его, я не знаю, надо пробовать, чем-то его закусывать. Возможно, тоже подойдет что-то мясное, возможно, салат, возможно, чипсы, может, какие-то немецкие там сардельки, сосиски. Я от него не в восторге, оно неплохое, но я не хочу его. Я не хочу его пить. Ощущается такое прям пивное послевкусие, все амбре пивное на языке. Но оно мне почему-то не пошло. Я не знаю почему. Ну и, наверное, на сегодня у меня все. Если вам понравился мой обзор, подписываемся, ставим лайк. Всем хорошего пива. Увидимся в следующих выпусках. Пока.